Привет! Всем спасибо, что вы с нами на нашем канале. Известный советский и латвийский композитор Раймонд Паулс планирует завершить свою музыкальную карьеру из-за проблем со зрением. Самые известные вокальные произведения композитора были созданы в сотрудничестве с поэтами Ильей Резником, Робертом Рождественским и Янисом Петерсом. Раймонд Паулс обрел популярность в СССР после выхода шлягеров, которые он написал для российских артистов. В 2023 году Паулс заявил, что Латвия стала глухой провинцией после потери российского рынка и высказал критику в адрес латвийских властей за запрет на трансляцию российских телеканалов на территории республики. Позже композитор выступил против запрета россиянам на въезд в Прибалтику. За все время СВО ни одного комментария с откровенной травлей русских Раймонд Паулс не допустил. Впрочем, он отмечал, что для него любые боевые действия – это сложная тема. Кроме того, Паулс добавлял, что сегодня к войнам относятся несерьезно, а вот к травле – со всем удовольствием. Эту порочную практику следует прекратить. И вот композитор после смерти своей жены, одесситки Светланы, впервые дал интервью латвийскому журналисту, своему другу Евгению Вавилову. Он откровенно рассказал о своих взаимоотношениях с давней подругой Пугачевой. Оказывается, они не были давними друзьями, а порой бывшая Примадонна и вовсе была излишне грубой и высокомерной с ним. Алла была со своим характером. Ко мне она относилась по-другому, но часто была грубой. Если вовремя не включили микрофон, от Аллы звучал мат и вердикт «Уволен». Словом, вела себя как звезда. А у них там свои законы. Мы из Прибалтики, как из деревни, приехали. Я никогда не требовал, чтобы мне пригнали к машине самолет. Как это делали они, признался композитор. Рассказал Паулс и об одном своем юбилейном концерте с участием Пугачевой. Там Алла орала на меня. Я задумала в этом месте подарить тебе цветы, а ты вылез раньше. Еще был момент, когда мы на сцене играли на фортепиано, сидя на одном стуле. И она на чистом русском сказала: «Подвинь свою жопу дальше». И это прошло по всем экранам страны. Помимо этого, Раймонд Паулс упомянул о главной сопернице Пугачевой – певице Софии Ротару. По словам овдовевшего композитора, София Михайловна регулярно получала помощь от опасных бандитов и таким способом заполучала лучшие песни, которые становились хитами. Ротару хотела петь «Танец на барабане» и приехала ко мне с япончиком договариваться об этой песне. «Знаете такого человека? Япончика?» – переспросил композитор. Япончик в миру Вячеслав Иваньков был криминальным авторитетом. Он дружил со многими артистами, например, с Иосифом Кобзоном и Александром Розенбаумом. И умер после покушения в 2009 году. С большим восхищением Раймонд рассказал лишь об одном человеке – Андрее Миронове. Андрей был выдающейся личностью, очень интересным человеком. Он не обладал музыкальными данными, но оторваться от его пения было невозможно. Паулс также отметил, что за хиты, которые приносили значительный доход, боролись не только творческие конкуренты, но и бандитские группировки. Это свидетельствует, насколько сильно музыкальная индустрия того времени была пропитана сложными взаимоотношениями и теневыми силами. Однако большого состояния успешный композитор так и не сколотил. На одной песне «Миллион алых роз» можно было заработать миллионы, как это сделали они. Но я все упустил, вздохнул Раймонд. Мы, в свою очередь, хотим пожелать здоровья легендарному композитору и просто хорошему человеку Раймонду Паулсу.